представлению комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев и коллега Константин Генич работают для вас. Шикарный футбол ждет нас сегодня, Константин. Польза товарищеских матчей доказана клубами по всему миру. Так что сегодня давай попробуем разобраться, какие связки пытаются... представлению комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев и коллега Константин Генич работают для вас. Шикарный футбол ждет нас сегодня, Константин. Польза товарищеских матчей доказана клубами по всему миру. Так что сегодня давай попробуем разобраться, какие связки пытаются наиграть. Представлению комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев и коллега Константин Генич работают для вас. Шикарный футбол ждет нас сегодня, Константин. Польза товарищеских матчей доказана клубами по всему миру. Так что сегодня давай попробуем разобраться, какие связки пытаются наиграть. Представлению комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев и коллега Константин Генич работают для вас. Шикарный футбол ждет нас сегодня, Константин. Польза товарищеских матчей доказана клубами по всему миру. Так что сегодня давай попробуем разобраться, какие связки пытаются наиграть. Представлению комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев и коллега Константин Генич работают для вас. Шикарный футбол ждет нас сегодня, Константин. Польза товарищеских матчей доказана клубами по всему миру. Так что сегодня давай попробуем разобраться, какие связки пытаются наиграть. Представлению комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев и коллега Константин Генич работают для вас. Шикарный футбол ждет нас сегодня, Константин. Польза товарищеских матчей доказана клубами по всему миру. Так что сегодня давай попробуем разобраться, какие связки пытаются наиграть. Представлению комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев и коллега Константин Генич работают для вас. Шикарный футбол ждет нас сегодня, Константин. Польза товарищеских матчей доказана клубами по всему миру. Так что сегодня давай попробуем разобраться, какие связки пытаются наиграть. Представлению комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев и коллега Константин Генич работают для вас. Шикарный футбол ждет нас сегодня, Константин. Польза товарищеских матчей доказана клубами по всему миру. Так что сегодня давай попробуем разобраться, какие связки пытаются наиграть. Представлению комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев и коллега Константин Генич работают для вас. Шикарный футбол ждет нас сегодня, Константин. Польза товарищеских матчей доказана клубами по всему миру. Так что сегодня давай попробуем разобраться, какие связки пытаются наиграть. Представлению комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев и коллега Константин Генич работают для вас. Шикарный футбол ждет нас сегодня, Константин. Польза товарищеских матчей доказана клубами по всему миру. Так что сегодня давай попробуем разобраться, какие связки пытаются наиграть.
представлению комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев и коллега Константин Генич работают для вас. Шикарный футбол ждет нас сегодня, Константин. Польза товарищеских матчей.